Допомога 24. Для тех, кто помогает, и тех, кому нужна помощь. Warschauer Straße. Übergang zur S-Bahn. Вітаю всіх, хто слухає зараз радіо «Голос Берліна». Мене звати Лара, і це перший випуск програми «Допомога 24». Как и многие украинцы, я попала в Берлин в начале весны. Как и многим, мне пришлось заново здесь строить свою жизнь и решать множество юридических и бытовых вопросов. И, конечно, как и многим, мне пришлось столкнуться с главной достопримечательностью Германии – с немецкой бюрократией. Я искала информацию повсюду, и, честно скажу, ее было много. В телеграм-каналах, в соцсетях, в ютубе. Иногда нужный ответ тонул в потоке комментариев, иногда информация была устаревшей. Поэтому именно здесь, в проекте «Допомога 24», я хочу предложить вам все самое важное по заданной теме коротко, понятно и в одном месте. Этот проект выходит с одной целью – облегчить ваше пребывание в Германии. Поэтому мне очень важна обратная связь. Пишите на redaktion@radio-rb.de или оставляйте голосовые сообщения на WhatsApp по номеру 0163-6565-265. Задавайте любые вопросы, которые вас интересуют. Мы найдем экспертов и людей, которые смогут вам помочь. Итак, тема нашей сегодняшней программы – поиск жилья в Берлине. Допомога 24. Если к этому моменту пребывания в Берлине вы прошли всю юридическую процедуру, а именно зарегистрировались, получили вид на жительство, оформили социальное пособие и медицинскую страховку, а также открыли счет в немецком банке, то перед вами стоит самый главный вопрос – поиск постоянного жилья. И этот вопрос самый трудоемкий и проблематичный. Создается впечатление, что в Берлине не вы выбираете квартиру, а квартира выбирает вас. Это по моему личному опыту. Аренду жилья здесь можно сравнить с поиском работы. Вы также составляете анкету о себе, также проходите собеседование, то есть приходите на просмотр, и с вами также подписывают или не подписывают контракт. И это при том, что аренда в Берлине не самая дорогая в Германии. Говорят цифры. Для сравнения, в Мюнхене арендная плата за квадратный метр в среднем составляет почти 17 евро. Во Франкфурт-на-Майне – около 13 евро. В Гамбурге – чуть больше 12, и в Берлине – 10 евро 10 центов за квадратный метр. Но проблема с квартирой настолько велика, что, возможно, пока я делаю эту программу, цена на аренду квартиры уже успела вырасти. Что касается спроса на жилье, тут прямо противоположная ситуация. По статистике сайта ImmoScout24, самого большого на сегодняшний день ресурса по поиску аренды в стране, в Берлине в среднем на одно объявление о квартире приходится 217 запросов. Для сравнения, в Кёльне 78, в Гамбурге 68 соответственно. Итак, с вопросом, как изменился рынок аренды за последнее время и есть ли шанс украинцам найти жилье в Берлине сегодня, мы обратились к эксперту. Его представит моя коллега Маша Кричевская. Допомога 24. Говорит эксперт. Все важные вопросы по главной теме сегодняшнего выпуска нашей программы мы зададим Сергею Черняку. Сергей Черняк – риэлтор, управляющий недвижимостью компании «Берлинум Иммобилиен». Сергей, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как изменился рынок аренды жилья в Берлине с марта этого года, фактически с того момента, как в Берлин стали приезжать беженцы из Украины? Ну, на самом деле, рынок недвижимости в Германии с марта только ухудшается. И беженцы из Украины – это только один из факторов. То есть они подогревают спрос, но берлинское правительство делает все возможное, чтобы предложение не только не росло, но и уменьшалось. Поэтому при росте спроса у нас есть неуклонное понижение предложения. К сожалению, не обрадовали вы ничем, но все-таки, как профессионал-специалист из этой области, скажите, есть ли хоть какой-то шанс у людей, приехавших из Украины, найти жилье сегодня? Шанс есть всегда. Надо просто знать реалии немецкого рынка недвижимости, особенно берлинского рынка недвижимости, и по возможности приходить на просмотры готовыми. Сложно знать реалии, если ты новый человек в городе, новый человек в стране. Может быть, вы как специалист скажете, какие основные шаги должен предпринять каждый человек, который ищет квартиру в Берлине? Вот действительно пошагово, давайте рассмотрим это. Ну, я, наверное, не скажу, не открою какую-то новую теорему, если скажу, что Германия, в принципе, это родина бюрократии. И в Германии все, в том числе аренда недвижимости, предельно бюрократизировано.
В Германии принято приходить на просмотр квартир с определенным набором документов, который включает в себя личную информацию про арендатора, анкету с данными личными, с телефоном, с имейлом, с адресом, с доходом, с описанием всех членов семьи, выпиской из банковского счета ШУФА, такая тоже немецкая специфика, по возможности 3 расчетных листа за последние 3 месяца с места работы, либо подтверждение социальных служб о том, что они перенимают и такого уровня, на какое количество людей, какого размера оплату за аренду и так далее и тому подобное. Это лучше всего иметь распечатанным и готовым к передаче в копии, ни в коем случае не оригиналы. Плюс вы должны быть готовыми по первому клику переслать это по электронной почте. То есть сделать все возможное, чтобы угодить тому, кто вам показывает квартиру. Кто-то любит это в бумажной копии, кто-то любит это по электронной почте. Это был Сергей Черняк, управляющий компанией «Берлиниум Иммобилиен». Беседу с ним мы продолжим сразу после музыкальной паузы. Це був Калуш Окестра із треком «Стефанія» у програмі «Допомога-24». І я желаю вам такой же победы в вопросе поиска жилья, какую этот коллектив одержал на Евровидении в Турине в мае этого года. Допомога 24. Итак, мы продолжаем обсуждать тему аренды жилья в Берлине. Еще раз напомню, нам очень важна обратная связь. Пишите на redaktion@radio-rb.de или оставляйте голосовые сообщения в WhatsApp по номеру 0163-6565-265. Задавайте любые вопросы и темы. Мы обязательно свяжемся с экспертами и ответим вам. Напоминаю, сегодня у нас в гостях Сергей Черняк, с которым мы уже обсудили перечень документов, которые должны быть у вас на руках перед тем, как вы займетесь арендой. Итак, подытожим. Вам будут нужны следующие копии. Первое – паспорт главного квартиросъемщика. Второе – паспорта всех членов семьи. Третье – вид на жительство главного квартиросъемщика и всех членов семьи. Четвертое – первая страница ШУФы – документ из банка о незадолженностях. Пятое – постановление о выплатах из джоб-центра или социальной службы за последние 3 месяца. Шестое. Письмо о незадолженности по квартплате от предыдущих арендодателей. Важно, чтобы его написали те, у кого вы прописаны, даже если вы живете бесплатно. Форма есть в интернете. И седьмое. Самый главный документ, если вы хотите арендовать социальное жилье. Это ВБС. Или вон Берехтигумшайн. Документ, подтверждающий ваше право на такое жилье. Допомога 24. Что такое социальное жилье? Это жилье, которое субсидируется государством. Владельцам социальных квартир предоставляется государственная помощь, например, для проведения ремонта. Поэтому аренда такой недвижимости обходится дешевле, чем другое жилье с аналогичными характеристиками. Таким образом, в Берлине существует 2 рынка аренды жилья. Один обычный, второй для обладателей ВБС. В теории вы можете претендовать на оба варианта, но на практике по ВБС у вас гораздо больше шансов. Мы продолжаем разговор с Сергеем Черняком, управляющим компанией «Берлиниум Иммобилиен». Далее про особенности рынка жилья в ВБС в Берлине и жилья вне Берлина людям с берлинской пропиской. Передаю слово Маше Кричевской. Допомога 24. Говорит эксперт. Изменился ли рынок жилья по ВБС вот в последние полгода? Да, то же самое, как ваш первый вопрос. Все стало только хуже. В Берлине практически не строят, плюс нового жилья, плюс берлинское правительство делает все возможное, чтобы осчастливить максимальное количество людей, но, к сожалению, парк жилья, которое сдают обладателям ВБС, никак не меняется. Поэтому счастливых обладателей прав становится все больше и больше, а количество квартир не изменяется. Плюс в Берлине есть очень такое берлинское изобретение, которое называется ВБС-120, ВБС-140, ВБС-160 и ВБС-180. Стандартный ВБС в Берлине называется ВБС-100. Это в Германии есть определенный минимум дохода, при котором человек получает право на ВБС. Это в Берлине называется 100%. А ВБС-120 или ВБС-180 – это берлинское изобретение. Оно дается людям, которые имеют 120, 140, 160 или 180% минимального дохода.
То есть человек, зарабатывающий почти в два раза больше, чем официальный минимум, в Берлине получает право на ВБС 180. И, конечно же, это тоже ВБС, и любой владелец квартиры предпочтет сдать квартиру тому, кто имеет доход на 80% больше минимума, чем тому, кто имеет просто минимум. То есть, еще раз возвращаясь к тому, что я сказал, Берлин пытается осчастливить максимальное количество людей, но это никак не влечет за собой увеличение количества квартир, которые могли бы сдаваться в аренду. То есть, другими словами, все плохо. Да, какой-то у нас нерадостный разговор получается. Но вот если вы говорите, что Берлин не строит, в Берлине квартир нет, известны ли вам случаи, были такие случаи, когда люди, которые прописаны в Берлине, находили жилье за его пределами, переезжали туда? Возможно ли это? Есть ли в этом смысл? Или, может быть, вы даже посоветуете людям искать жилье за пределами города? Естественно, я посоветую людям искать жилье за пределами города, потому что я бы сказал так, что в Германии процесс урбанизации еще не закончился. И это происходит на фоне того, что население Германии, в принципе, уменьшается, но население больших городов растет. Это означает, что в городах поменьше, не в Берлине, не в Мюнхене, не во Франкфурте, не в Гамбурге, в городах поменьше пустых квартир много и становится еще больше. Но надо учесть, что Германия – государство федеративное. Берлин – это отдельная федеральная земля. Вокруг Берлина находится земля Бранденбург в любую сторону. И это только две федеральных земли из 16. Это означает, что если у вас есть оформленные документы в Берлине, то уже в Бранденбурге вам нечего искать, и вы должны заново начать всю процедуру. Берлинские документы за пределами Берлина, к сожалению, ничего не значат. То есть нужно заново оформляться, заново проходить вот все эти процедуры оформления. Да. Но вы считаете, что стоит это сделать для того, чтобы обеспечить себя нормальным жильем? Чем дальше вы от Берлина, тем больше шансов найти что-то по доступным ценам. И нельзя забывать, что Германия – это высокоразвитое государство. И где бы вы ни оказались, всегда будут достойные полные инфраструктуры. То есть всегда будет детский сад, всегда будет школа, всегда будет какая-то работа, всегда будет за углом супермаркет, транспорт, вода, электричество, отопление. То есть об этом заботиться не стоит. Допомога 24. Вы слушаете программу «Допомога 24». И тема нашей сегодняшней программы – аренда жилья в Берлине. Итак, если вы твердо решили здесь остаться, вы должны понимать, какую сумму аренды государство готово вам оплатить. В джоб-центре вашего района вы должны взять бумагу с таблицей нормативных показателей по приемлемости затрат на проживание. Попросту говоря, сколько и за кого вам будут платить. На одного человека предусмотрена оплата жилья площадью до 50 метров, плюс 10-15 евро на каждого последующего члена семьи. Размер выплат зависит от множества факторов. Например, от количества детей, членов семьи пенсионного возраста и средней цены на аренду в данном районе Берлина. Один человек может рассчитывать на сумму в районе 480 евро. Если у вас готов пакет документов и вы знаете сумму и квадратуру, которые соцслужбы готовы вам оплатить, следующий вопрос – где искать жилье? Об этом мы поговорим сразу после музыкального перерыва. Пропоную сам и зараз послухати співачку Колу с чудовим ліричним треком «Чи разом». Допомога 24. Говорит музыка. Ви слухаєте програму «Допомога 24». Все про життя українців в Німеччині. Допомога 24. Сегодня мы продолжаем говорить про аренду жилья в Берлине. И в разговоре с нашим экспертом, управляющим агентством по недвижимости Сергеем Черняком, мы остановились на том, какие интернет-ресурсы подойдут для поиска квартиры. Передаю слово Маше. Говорит эксперт. Скажите, ну вот есть ли какое-то разделение по сайтам поиска жилья, если я все-таки хочу остаться здесь, или есть же сайты, наверное, которые и межрегиональные, сайты для поиска жилья по этому самому ВБС и основные сайты по поиску жилья по обычной, для обычной аренды. Вот какие вы посоветуете? Я сказал бы, что я знаю пару сайтов для поиска жилья с ВБС, но, как правило, они либо очень редко обновляются, либо они практически нерелевантные. То есть в Берлине, в Германии есть три, наверное, основных портала для поиска жилья. Это Immobilien Scout 24, ImmoWelt и ImmoNet, и еще, наверное, eBay Kleinanzeigen. И там публикуется практически все. Искать квартиры стоит просто с кодовым словом
ВБС или по-английски WBS, но искать на этих же порталах. Искать квартиры на специальных порталах для ВБС довольно-таки бесперспективно, потому что, как я сказал, они мало обновляются. То есть просто не следят за этим своевременно. Да, надо просто понять еще, что рынок для людей, обладающих ВБС, это отдельный рынок, который никак не связан с обычным рынком жилья. Когда квартировладельцы сдают квартиры по ВБС, то по той или иной причине у них для этого есть легальное обязательство. То есть они не могут сдать эту квартиру по обычным ценам на свободном рынке. Таких людей ограниченное количество, и именно они публикуют квартиры о том, что они сдают квартиры только с ВБС. То есть обычные квартировладельцы квартиру ВБСникам не сдадут, просто по той причине, что никто не захочет получать меньше денег, если можно получить больше. В этом логика какая-то, безусловно, есть, хотя, с другой стороны, здесь, если оплачивает социальная служба, то у тебя есть точная гарантия, что ты получишь свои деньги, в то время как просто человек с улицы может не выполнить какие-то свои обязательства, наверное. И не все так однозначно. Как я говорил, Германия – это родина бюрократии, и, опять-таки, те же самые социальные службы, это я говорю к управляющим квартирами, время от времени требуют дополнительного количества бумажек, которые для владельца квартиры являются головной болью. То есть, если этих бумажек не предоставить, то выплаты могут прекратиться. Допомога 24. Итак, подытожим еще раз основные онлайн-платформы с предложением об аренде. imobilienscout.de, imovelt.de, imonet.de и eBay Kleinanzeigen. Плюс этого ресурса в том, что здесь в основном выставляют свои объявления частные лица. Эти объявления для них бесплатны, и вы сразу можете напрямую, без посредников, связаться с хозяином квартиры. Касаемо хозяев квартир и арендаторов, еще немного цифр про особенности рынка недвижимости в Германии. Допомога 24. Говорят цифры. В Германии около 70% недвижимости принадлежит частным лицам. 58% немцев живут в съемном жилье. Для сравнения, 30% шведов и 15% испанцев проживают в съемном жилье. В Берлине самый высокий процент арендаторов – 84%. Для защиты интересов тех, кто снимает здесь жилье, существует Берлинская ассоциация арендаторов, которая насчитывает более 180 тысяч человек. И, пожалуй, самая неутешительная цифра. С 2010 года цены на аренду жилья в столице выросли вдвое. В завершении разговора с управляющим Берлином Immobilien Сергеем Черняком мы решили узнать про то, какие так называемые секреты могут помочь вам добиться успеха. Говорит эксперт. Сергей, вот такое модное слово на сегодняшний день – лайфхак. Очень хочется от вас услышать, есть ли они вообще, я не знаю. Скажите, есть ли какие-то вот такие лайфхаки, какие-то тонкости, нюансы в процессе поиска жилья, которые могут увеличить шансы на успех, которыми вы можете с нашими слушателями поделиться? Вот что-то такое, вот какой-то тайный секрет. Я бы сказал, что самый главный лайфхак – это прийти готовым с полным комплектом документов, не задавать человеку, который показывает квартиру, неудобные вопросы и соглашаться со всем, лишь бы получить эту квартиру. То есть не капризничать. Не капризничать. И не выставлять какие-то свои там условия, да, требования. Да, потому что чем больше вопросов, тем больше головной боли у другой стороны и тем меньше желания сдать квартиру, увы, к сожалению, именно вам. Давайте все-таки постараемся на хорошей, какой-то оптимистичной ноте закончить наш разговор. И очень хочу, чтобы вы, как профессионал, человек из мира недвижимости, пожелали нашим радиослушателям, всем, кто ищет квартиру, и, конечно, нашим новым украинским соседям, что-то вот хорошее, внушающее надежду. Ну вот что-нибудь хорошее. Я могу сказать то, что сегодня в Берлине очень хорошая погода. В такую погоду искать квартиру. Нет, к сожалению, просто еще раз. Это реалии, то есть я бы сказал, что надо удаляться от больших городов, довольствоваться городами поменьше, средними. Там тоже есть рабочие места, там тоже великолепная инфраструктура, но там больше шансов найти жилье по доступным ценам и, в принципе, его найти. И я очень надеюсь, что в ближайшее время война закончится победой Украины, и мы все сможем приехать в гости в обновленную и отстроенную Украину.
Сергей, большое спасибо. Сергей Черняк, риэлтор, управляющий недвижимостью компании «Берлин Мобилин», был у нас в гостях и ответил на важные вопросы. Спасибо, Сергей. Спасибо вам. Допомога 24. В следующей программе мы продолжим тему аренды жилья, дадим четкую пошаговую инструкцию к действиям и расскажем, как она привела к успеху. В качестве эксперта мы обратимся к Кате Эрнст, которая лично помогла найти жилье нашим соотечественницам в Берлине. Если у вас есть вопросы или пожелания по поводу тем следующих программ, пишите нам на redaktion@radio-rb.de или присылайте свои голосовые сообщения в WhatsApp по номеру 01 63 65 65 265. И напоследок я хочу предложить вам небольшой анонс событий, которые помогут переключиться, завести новые знакомства и просто приятно провести время. Говорит город. Итак, 1 сентября состоится первая репетиция украинского любительского хора в Берлине. Даже если вы невысокого мнения о своих вокальных данных, приходите, вам понравится. Адрес: Ослоештрассе, 12. Репетиции по четвергам с 17.30 до 19.30. 2 сентября в баре Space Medusa выступит электронный дуэт с Украины «Крапка Кома», инди-электроника, трип-хоп, нью-джаз. Интересно? Именно так позиционирует себя участница дуэта Ира и Алена. 2 сентября, начало в 20.00. Адрес: Скалицерштрассе, 8. И еще один адрес вам будет полезен, если вы хотите провести время с детьми в теплой и душевной обстановке. Культурное пространство «Панда-платформа» угощает сладким, рисует с детьми и создает домашнюю атмосферу по адресу Кнаакштрассе, 97, во дворе культур Брауэрай. Это район Прицлауэрберг. Каждое воскресенье с 17 до 20. Це була програма «Допомога 24. Все про життя українців в Німеччині». З вами була я, Лара, і мені приємно було бути вам корисною. І наприкінці програми хочу запропонувати вам життєстверджуючий трек, який своїм настроєм просто надихає рухатися далі. Це «Піанобой». Тримайтесь своїх. Дякую за увагу. Почуємось. «Допомога 24. Для тих, хто допомагає, і тих, кому нужна помощь».